Здравствуйте, снова с вами магазин «Мотовелотехника». Сегодня у нас на обзоре мотоцикл Yamaha FZ600S Pacer 2001 года, без пробега QRF, привезен из Европы. Сейчас обойдем по кругу, посмотрим, какие есть недочеты у мотоцикла, в каком состоянии резина расходники. Немного показуем, проверим всю ее. Начнем с передней части мотоцикла. Передняя покрышка у нас... Износ процентов, наверное, 40. Серия сухие. Вот в таком состоянии радиатор. Пробег у мотоцикла порядка 60 километров. Крыло у нас целое. Значит, тормозные диски без особого износа. Колодки передние с износом процентов 20-30. Значит, по электрике ближний-дальний, габарит. Так, повороты. Приборка, пробег 37 тысяч. Доставку транспортной компании собственным транспортом, что будет для вас выгоднее. При доставке транспортной компании мы упаковываем мотоциклы сами, потому что тогда мы гарантируем, что он придет в целостности, и упаковка, как правило, занимает меньшие габариты, нежели чем если бы его упаковывали в транспортной компании. Всем удачи!